немного номеров будет здесь сегодня, очень большое количество людей собралось. И вы знаете, самое интересное то, что все мы с вами люди разные. И есть вещи, которые нас объединяют. Допустим, у нас у всех с вами сейчас есть мобильные телефоны. Допустим, вот сегодня этой объединяющей силой выступает музыка. Ведь эта субстанция, она ласкает слух, греет душу и сердце. И для того, чтобы открыть наш фестиваль несветской музыки, мы приглашаем на эту сцену ансамбль польской песни «Споткание». Какое очень редкое словосочетание. Я в польском, к сожалению, не силен, не знаю, как вы. Я уверен, что здесь есть люди, которые в польском прям, ну, намного лучше меня. Ну что ж, дорогие друзья, давайте встретим их бурными аплодисментами. Не стесняются, они не выйдут, пока вы не будете аплодировать. Вот как вам это просто. Thank you.
чудми часом полює. Как правило, они грустные, распевные, торжественные. А мы споем вам очень редкую, веселую календу. А припев вас просим подпевать. Паня Людмила, какие там слова? Слова очень хорошие. Припеви. Ну, сначала будет «Езуса народзонего в шесть свята и мы». Ну, только припев просим. Недолго. Ему увеличат дары, взаим отдай мы. А вас попросим подпевать. Отдай мы весело, складай мы свечу. Ну, по музыке там будет. Отдай мы весело, склади мы свечу. Склади мы свечу пану нашему. Может, повтори вас? Отдай мы весело. Нет, все слова. Отдай мы. Давайте вместе. Отдай мы. Весело. Весело. Знаешь, да? Склоняем. Давайте попробуем. Склоняем. Разучиваем скороговорки по-польски. Свечело. 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 Надо еще раз. Склоняем мы вечело. Свечело. Извините. Свечело. Пану нашему. Ну это все по-русски, как бы последнее, поэтому получилось. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас будет смертельный номер, вы еще никогда не задавали вопрос. Вы приготовились? Поехали! Oh.
аплодируем ансамбль с фотками. Ваши друзья. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, а сейчас я хочу пригласить на эту сцену человека, без которого, наверное, бы наш с вами фестиваль несветской музыки не был бы таким несветским. Это священнослужитель Томской православной епархии, настоятель часовни святителя Николая при Шигарском психоневрологическом интернате, отец Александр. Давайте поаплодируем. Очень удивительный человек. Здравствуйте. Меня так представили, что я чуть не в пляс вышел. Рад приветствовать, друзья, сегодня на нашем вечере. Прекрасно, надеюсь, который должен удаться. И напомню, что мы сегодня собрались не просто порезвиться, не просто, так сказать, спеть и сплясать на сцене, но и в определенном смысле засвидетельствовать о том, что мы одна семья. Ну, легко сказать, что мы одна семья, хоть мы такие разные, но уже легко сказать, что мы одна семья. Тем не менее, мы понимаем, что разность эта тоже важна. Ведь этот мир задуман как соцветие разного, прекрасного проявления, да, творческого, высшее искусство Творца в том, чтобы создать разные миры. И вот мы сегодня вновь можем пережить это, когда те или иные представители культуры, религиозной культуры будут выступать перед нами, мы можем это ощутить, насколько это разные миры. Не только в плане там, костюмерного, да, но и в плане мировоззрения, эстетики, взглядов на жизнь. Но в том-то семья и заключается, что она объединяет разное. И я надеюсь, что сегодня мы вновь это переживем. Переживем этот момент единения культур и в каком-то смысле религии. Еще один момент для меня кажется важным, это то, что сегодня, в то время, когда люди продолжают ненавидеть, враждовать, делить территории, делить сферы влияния, в то время, когда принадлежность к иному, к иной культуре и иной религиозные мысли считаются признаком врага, да? И очень легко этого врага сегодня найти. Этим врагом может оказаться не только еврей, христианин или кришнаит. Этим врагом мы готовы объявить с легкостью и нашего соседа, и члена нашей семьи. И в противовес этому давайте будем стараться видеть в другом человеке, в другой культуре ту красоту, которую Бог заложил в этот прекрасный, сложный мир. Хорошего вам сегодня вечера, приятного, не просто приятного времяпрепровождения, но и времени открытия. Спасибо. Мы сейчас пригласим на сцену нашего следующего гостя. Это исполнитель классического индийского танца, перформанс в стиле Бхарат Натьям. Я очень редко читаю всякие такие штучки. Муза Рихванова, под ваши бурные аплодисменты. Абсолюта, только лишь за тем, чтобы напомнить каждому человеку о его вечной, полной блаженства духовной природе. Именно он, Верховный Абсолют, является тем, кто одаривает бесконечным океаном любви всех и каждого. И все-таки он с великим нетерпением ждет, когда же мы наконец поделимся с ним нашей собственной любовью. Ведь человеческая жизнь — именно та дверь, за которой нас ждет этот безграничный мир. Как же так могло случиться, что мы отвернулись от него? Почему зачерствело наше сердце, и наша любовь превратилась в пепел? Без любви
Все вокруг пришло в запустение, и струны моей души издают лишь жалобные стоны, а гитара моя беззвучно плачет. Что заставляет нас предавать свою собственную природу? Почему мы стали алчными, жестокими и, не задумываясь, мчимся в лапы ужасной смерти? Кому и за что мы продаем свою любовь? Я не знаю ответа, и никто не знает. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Thank you.
don't know how you were inverted. Мы с вами уже прикоснулись и к польским песням, и к индийским танцам. Осталось только прикоснуться к стихам. И поэтому мы на эту сцену приглашаем Николая Васильевича Круглякова. Под ваши бурные аплодисменты. Ведическая Русь, Ведрусия, сказочно счастливая страна, в которой еще 3000 лет назад жили наши прародители. Жили счастливо в своих родовых поместьях. Темные силы, используя веру наших предков в добро, честность и порядочность людей, постепенно увели их от истинного образа жизни, от жизни в родовых поместьях. Последние островки счастливой жизни – были взяты огнем и мечом. Так зарождалась княжеская Русь. Темные силы старались сделать все возможное, чтобы потомки ведрусов ничего не помнили, ничего не ведали о счастливом образе жизни их предков. Была изменена письменность, сотворялась ложная информация. Однако историю можно исказить, но в душе каждого человека вечно хранятся истинные знания, вечно хранится память о своем роде, потому что в душе каждого человека содержится частица Бога. При определенных условиях божественная частичка раскрывается, и истинная информация всплывает памяти человека. Сегодня эти условия наступают. Пробуждается осознанность людей, просыпаются ведрусы. Пришла пора возрождения Ведрусии. Пришла пора, учтя ошибки наших прародителей, возродить счастливый образ жизни на всей земле и навсегда. О России пою эту песню, о России слагаю слова. Пусть о ней в города и по весям разлетается с песней молва. Пусть все знают, что наша Россия для людей всей земли навсегда стала флагманом, стала мессией. Новой жизни уж сходит звезда, светлой эры звезда засияла, отражая добро и любовь, дух великий творцов пробуждая, возрождая Ведрусию вновь. Наша Родина, наша Россия, сколько света, тепла ты хранишь, флагман духа ты и Мессия, ты Ведрусию вновь возродишь.
еще можно стихотворение одно прочитать. Такое лирическое. Рано утром, с рассветной зарею, раскрывая бутоны, цветы, ароматом своим, красотою, наполняют пространство любви. Каждый цветик, живое создание, очень рад человеку служить. Он по сути своей, по призванию, красоту, ароматы дарить, предназначен по замыслу Бога. Ведь божественная красота в светлый мир открывает дорогу. Мир, в котором живет доброта, мир, где здравствует и вдохновение, мудрость, вера, надежда, любовь, где приходит легко откровение, зажигая Творца вновь и вновь. Ой, разволновался. Давайте поаплодируем. Зажигая в Творце вновь и вновь свет, тепло, чистоту, созидание, все, что вечность собою творит и ведет по дороге познания, и устами Творца говорит. Человек, что с зарей раскрывает каждодневно бутоны души, свое сердце любви открывает, красоту воспевая в тиши, ту, что свет через взор излучает, ту, что истины песни поет, ту, что мысли Творца отражает, ту, что мир возродит и спасет. Спасибо. Я слышал последние слова, понравились. Возродит и спасет. Ну что ж, дорогие друзья. Теперь для того, чтобы нам всем немного с вами отвлечься, следующий номер нашей программы, он будет немножко уникальным. Это «Понтийская мозаика». Танцевальный коллектив греческой автономии. Под ваши бурные аплодисменты.
Ребят, подождите, не уходите, у меня вопрос такой вот. Из вас там кто-то на протяжении всего танца там говорил: «Опа!» Я думаю, это этот парень, да? Это ведущий. А почему вот это вот словосочетание такое «Опа»? Словосочетание такое? Ну, типично все греки говорят «Опа». Это танец военный, и ведущий танца подает команду всем в честь. То есть, ребята, боевая команда «Опа», они такие «Хоп». Да, ну здорово. Давайте еще раз поаплодируем, классно. Дорогие друзья, мы с вами уже слышали стихи в исполнении мужчин. Давайте послушаем стихи в исполнении женщин. Вас зовут, скажите. Меня зовут Валерия Миргородская. Вот. Я здесь работаю. Ну, я вот сейчас за курсом прочитаю. Ну, свои стихи. Ты весь пушистый и святой. Ты будто как большой ребенок с огромной ватной душой. И я люблю тебя с пеленок. И мы идем сквозь суету, течению времени внимая, как все ликует на свету. Мы здесь, Самсара и Самалья. Спасибо. Ну, я что-то не очень-то подготовилась, на самом деле, так много стихов не выучила, ну хорошо. О чудо вечера закат, природы сей благоухание, на небе все цвета подряд, молекул воздуха мерцание. Играет света пелена, и в пелене поток струится, как столб волшебного огня, как Бога вечного десница. Спасибо. Супер, да? То есть, видите, вот импровизация уже пошла, все люди творчески собрались, все классные. Дамы и господа, следующих людей на эту сцену — это уникальные люди, потому что это семейный дуэт. Это Иван и Елена. Давайте их поприветствуем, поаплодируем. Здравствуйте, дорогие друзья. Песня в программе не озвучена, которую мы хотели исполнить, поэтому я небольшой анонс сделаю для вас. Эта песня называется «Еретик». Автор мне, по крайней мере, неизвестен. Я его слышал лет 12 назад на одном из бардовских фестивалей. Вот она меня зацепила. Я ее через все эти года пронес. Сегодня вам представлю. А смысл в том, что мы, общаясь с представителями других конфессий, часто склонны употреблять это слово, да, то как ты можешь, еретик, отстаивая свои религиозные позиции, мы часто так делаем, и, ну, как бы это неправильно. Песню, учащая нас толерантности. Верю я.
он стих на миг. Трибуной сделав эшафот, кричал сквозь пламя еретик. Доброту людей по программе вокальную группу Церкви Иисуса Христа. Есть они здесь у нас? Есть. Есть? Ну, тогда выходите, готовьтесь. Они будут исполнять две песни. Первая песня — гимн «Как ты велик», и вторая песня — «Ты нужен мне, Господь».